половина нашей работы состоит в том, чтобы копать траншеи. Оставшаяся часть, вот видите, нашли очень большой бетонный блок. Это, скорее всего, старый фундамент какой-то из-под какого-то здания. Он довольно-таки глубокий. Машинист экскаватора обкопал его со всех сторон. Сейчас его задача убрать. Сейчас каким-то образом нужно вытащить этот блок. Даже не представляю, сколько тонн может весить такая махина. Но она идет как раз по нашей траншее, то есть мешает нам. Вот вроде получается выковырить ее. Сейчас осталось ее только достать. Усилий экскаватора, к сожалению, не хватает. Видимо, работает насос Эншайн довольно-таки хорошо на гидравлике. Вот все, наконец-то мы ее сдвинули с места. Сейчас нужно ее убрать в сторону, эту глыбу. Навскидку, я так думаю, этот камешек весит около 5 тонн приблизительно, судя по размерам. Продолжаем нашу борьбу с этим огромным валуном из бетона. Там даже канализационный люк вижу. Это снизу. Потом пытается его поднять. Или катилка. Наша траншея идет с этого места. В этом месте у нас как раз заканчивалась ПНД-труба водопроводная. Нам нужно будет соединиться, поставить угол и идти по траншее дальше. Борьба с этим валуном продолжается. Хватит! Не туда! Туда! Потому что здесь у нас будет проезд, дорога вдоль забора. Этот валун нам будет мешать. Сейчас он его отъедет с другой стороны и будет перекатывать на себя, убирать его со траншеи. За время нашей работы на этом объекте нам не встречалась такая. Дальше, и мы будем продолжать копать.
освобождает себе дорогу для проезда сюда, в траншею. Сейчас выйдем немного подальше, потому что здесь у нас слева еще одна траншея закопана. Здесь у нас установлен колодец и присыпан, и выходит кусок трубы. Сейчас экскаватор выйдет, и можно продолжать копать траншею. Борьба с валуном окончена.